мамкин. Нету денег на него, девочки, мальчики. Отремонтировать надо, отремонтировать. Ой, видите, как я вот так вот, и жопа не толстая, девочки, мальчики, и жопа не толстая, и ничего, блядь, упал. То есть я чуть не ёбнулся с него, девочки, мальчики. Надо это сваркой, сваркой, да. Вот, мамкин цветок у меня вот этот вот очень хороший. Надо тоже полить, кстати. Полила бабуля, полила. Ой, пахнет замечательно, девчатки. Девчатки, вот он у меня сад, огород. Вот она моя петунья. Петунья красивая, девочки, мальчики. Я не знаю, а вот это я не знаю, каким цветом будет цвести. Видите, вот я как ботаник на нижнем углу, девочки, мальчики. Помидоры надо тоже. Это вот как вот они, то есть это к окну надо, к окну, девочки, мальчики, к окну. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эти цини, девочки, мальчики, это тоже полить надо. Ой, все начинает цвести, мил мои. Вон она. Это я не знаю, каким будет цвести, конечно. Бархоточки. А запах тут потрясающий, да. Девочки, мальчики. Вон они, смотрите. Вон они. Это вот алисия называется. Это помидоры мои, помидоры. Тоже полить надо. Но их сильно не надо поливать. Я вот подрыхлил их, вот подрыхлил. Вчера подрыхлил. Они вчера сырые были. Ну. Ой, как-то так, девочки, мальчики. А это обрезал, короче говоря. Вот я листья обрезаю. Это называется пасынки, девочки, мальчики. Ой, да ладно тебе. Да что ладно? Ладно, прохладно. Чайник вот этот тут, блядь, хуйня муйня, блядь, сломался. Теперь я поливаю им. Да, девочки, мальчики, а что делать? Что делать? Вот эти тоже зацветут. Вот так вот поливаешь. Херась, херась. И все, товарищи, господа. Пойдем сейчас это. Я удобрением пролил там нормально. Пойдемте сейчас. Этот грейзер, вон, грейдер или грейзер. Трактор, то есть. Вон он. Хазма. Или Эксиома. Ксиома. Телефон, кстати, телефон такой есть. Ксиома. Да, девочки, мальчики. Ксиома. Ксиома, кахуема, блин. Прости, Господи, мою душу грешную. Так, пойдемте пирог смотреть. А то я, ёб твою мать, сгорит и не поем. Да, девочки, мальчики, а что делать? Сгорим и не поешь. То вот надо еще вот в зале прибраться обязательно. Ну, я мадам с эту позову, мадам с семечками. Она как раз любит семечки пощелкать, то есть сексом заняться. И это, короче говоря, вы поняли. И убраться, и уберется одним. Не на мусоре же телебонькаться. Да? А ворон ты, ёб твою мать, Серёг, не ври. Да я только... Для юмора, так, для юмора, девочки, мальчики, я все сам делаю, милая. 10 минут. Ой, скоро будет готово, девочки, мальчики. Сейчас еще 5 минуты мы. Ой. Я ж чудовище маленькое. Ой, моя радость. Ой, моя радость, гори, моя радость. Девочки, мальчики, радость есть. Ею пользоваться надо. Пейте чай с конфетами, и будет вам счастье. Ой, как одна говорила, где ваши зубы? Ой, на сахарном заводе оставил.